сегодня готовка, тушу капусту и еще также тушу вот такую вот стручковую фасоль. Дела семейные, как говорится. Шинкуем капусту. Продолжаем шинковать, да, все? Нам надо дальше тушить капусту. Добавили, еще помешиваем. Вот так вот перемешиваем, чтобы получить тот самый вкус. Мы добавили там масло, квасу, капусту, морковочку. Кто-то тоже что сделал, задание. Шинковали еще капусту, добавляем и перемешиваем. Чтобы она дальше тушилась, аккуратно перемешиваем. Потихонечку, потихонечку, высыпается. Капустка у нас тут активно тушится, а мы делаем такое блюдо. Стручковая фасоль с тушком. И еще добавляем мы болгарский перец. Мы добавляем омлетную смесь. Два яйца, водички, ну чуть-чуть добавил. Может быть многовато, но нормально. Соль по вкусу, перчик. Сейчас еще сырку туда немножко потру. Приходите на наш канал, на наш кулинарный курс. Спасибо, что были сегодня с нами. Приходите еще. Подписывайтесь на этот канал и ставьте лайки! Ура!